Понятно, что для достижения цели модернизации, мы ради этого здесь и собрались, в очередной раз необходимо кратно увеличить приток инвестиций. Нам нужны технологии, нам нужны деньги в объемах, соразмерных огромному потенциалу России. Нам нужно доверие и заинтересованность и отечественных, и иностранных инвесторов. Что мы сегодня наблюдаем? К сожалению, мы наблюдаем дефицит этого доверия. И об этом нужно говорить откровенно. Я уже давал оценку инвестиционному климату в нашей стране. Он у нас очень плохой. Очень плохой. А в этом году условия для ведения бизнеса для многих относительно небольших компаний не улучшились, а скорее даже ухудшились. По вполне понятным причинам, они известны, были повышены обязательные страховые взносы. В большинстве регионов возросли платежи за электроэнергию. Это наложилось и на рост цен на некоторые другие продукты экономики. Коррупция остается фактором, который влияет на общеэкономическую ситуацию. Хватка коррупции не ослабевает, она держит за горло всю экономику. А результат очевиден. Деньги бегут из нашей экономики. Возможность безопасной и успешной предпринимательской деятельности верит не так много людей, как нам бы хотелось. Этому доверяют не так много предпринимателей. И мы с этим мириться больше не можем.